Вот наш вчерашний снег. Он еще лежит, но уже тает. И уже заметно потеплело. На улице уже больше не минус. На улице уже плюсовая температура. Чему я несказанно рада. Потому что я терпеть не могу, когда у нас здесь на севере Германии минус. При таком сыром воздухе это ужасно ощущается. Так, я вышла из дома. Я хочу сегодня, хочу сейчас съездить в Walmart, то есть строительный магазин. Мне нужны лампочки. Вчера я до него не доехала. Ой, блин, тут целое море, как бы мне здесь переплыть. Нам нужны, в общем, лампочки. И потом я заеду в русский магазин. Уже давным-давно там не была. Здесь неподалеку от нас находится один маленький русский магазин. Но сегодня я поеду в Миксмаркт, в большой. Куплю что-нибудь вкусненькое на ужин. Вот, кстати, я уже показывала эти дома. Как здесь продвигается быстрая работа. Уже снесли второй дом. Когда я последний раз показывала, здесь еще полдома стояло. Каждый день здесь люди работают. И я думаю, к лету они уже здесь построят новый дом. В Германии быстро дома сносят и строят. Только песочек и остался. А стоял целый домино. Капец. А каждый раз этому удивляюсь. И каждый раз заново, как быстро можно ломать. И как тяжело строить все. Еще следующий дом пустой уже весь стоит. Тоже будет ломать. Так, а где моя машина? Я уже 2 дня не ездила, или даже 3 дня не ездила. А, вот она стоит, господи. Вот она, эта чудо-лампочка, которую мне надо купить. Посмотрим, сколько они стоят. Я куплю сразу, наверное, сразу штук 5 точно, если не 10. Потому что они так часто перегорают, я не знаю, в чем дело. Вроде бы уже и когда их вставляем в патрон, руками их не трогаем через полотенце. Говорят, не надо, типа, жирные отпечатки оставлять. Не знаю, перегорают постоянно, уже бесит, уже надоело. Так, я приехала, вот он наш огромный строительный магазин. Здесь можно купить все. Когда у меня много времени, тогда я сюда приезжаю и могу тоже часами гулять. Тут и цветы продают, и картины, и всякие декорации. Ну, в общем, здесь есть все. Не только строительный материал. Обои тут всякие классные. По радио все не перестают о беженцах говорить. Ой, какие прикольные обои. Мне нравятся такие. Ну, темные. Как-то не очень. Блин, вот мне обои не нужны. Нет, я начинаю ходить и смотреть. Это почти как у нас на кухне, который наш кот ободрал все. Ух ты, вот эти тоже клевые. Интересные, необычные. Так, мне нельзя по таким местам ходить, потому что я сразу начинаю хотеть переклеить обои, что-нибудь отремонтировать, но мое желание очень быстро кончается. Купить обои, а начать ремонт, это потом такая огромная работа, что сразу же потом у меня желание заканчивается. Какая классная штука. Только тепло от него не идет. Так прям как камин. Цветочки такие классные. Нашла лампочки. Вот
Они 4,99 две штуки. Взяла сразу 4. Такие здоровые бонзаи. €129 этот фонтанчик. Всякие орхидеи, горшочки. Вон там здоровые цветы. Я люблю большие цветы. Вот пальмочки. Так, ладно, идем на кассу и в русский магазин. Люстрочки тоже клевые. Хочу уже переезжать в большую квартиру и оформлять ее. Смотрите, какой интересный дизайн. И оно все крутится. Прикольно. 34,90. Вот тоже интересно. Так, лампочки куплены. Наконец-то. Там еще 20 ватт и 33 ватта, или сколько там, 30 ватт, 33. Еще и надо знать, сколько ватт, я вообще без понятия. Сделали такую систему дурацкую. Система самообслуживания. В общем, подходишь и сам на кассе пробиваешь, сам себе все. А тетка стоит рядом и смотрит. Люди настолько медленно это все делают, пока там разберешься. Куда что тыкать? Эта тетка стоит и смотрит, чтобы правильно все пробили. Мне кажется, быстрее было бы, не могу понять логику, потому что мне кажется, быстрее бы было посадить ее уже на кассу, она это пробьет и быстрее все это произойдет. Поехали в русский магазин. У меня навигатора нету. Я не знаю, как отсюда правильно уехать в русский, но мы находимся где-то недалеко с вами. Прямо напротив русского магазина здесь беженцев заселили. Сегодня что-то полицаев нету. Обычно там всегда полицаи стоят. Непонятно, от кого караулят. То ли нас от них, то ли их от нас. Так, ладно, пойдем в русский.
я должна снять 5.99. Купилась, 20 евро и 95 центов отдала. Идем в Нетто. Канистрочках, как в Америке, только канистрочка маловато, литровая всего. Надо взять каких-нибудь фруктиков. То дома фруктов нету.